Хейо, гайс, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2. И это у нас DLC про сокровища пиратов в поисках сокровищ. Да, мы с вами в Оазисе. Так, я хочу с вами поддержать Джока. Так, я могу сразу залететь к ним на этот, в базу. Как я понял. Ой, что-то залетел немножко не туда, куда надо, да? Боже. Что происходит? Ой, я упал. Ну, вы понимаете, да? То есть я заехал на лодке сюда. Всех их уничтожил. Ладно. Забираем, что лежит неровно. Стрелок. Готово. Так, с этим мы справились. Интересно, могу я на машине обратно отсюда уехать? Ты видишь, Джуджо? Добро искать хранилище, забирайте пиратские принадлежности, чтобы ты смог осуществить мечтания всех. Жени стали печальным пиратом. Мечты, которые еще в детстве жестко оборвался из-за чего-то там. Почему скак пришел в дорогу? Потому что вода была на другой стороне. Дороги. Он смеется, чтобы не заплакать. Это очень-очень грустно. Вот эти, ладно, будем открывать. Так, еще здесь, да, должно быть трое хотя бы. Да, как раз трое. Hello, buddy. Ой. Ой, привет, корсар. Он слишком быстрый. А, блядь, что в глаз попало, сука. Мой глаз. Так, унитаз. Бля, ну здесь ловить, в принципе, нечего именно. По пушкам, чисто только деньги. Слышь? Слышь? Слышь, прекращай. Ты прекращай, давай мне это. Так, инвентарь. Похороны. Так, огненная вода. Та-та-там. Та-та-там. Так, мне нужно похорон, да? Мне нужны похороны. Так, тачку могу здесь взять. А ну-ка, если я через корабль туда пройду? Там ничего нету. А, там невидимая стена у нас. Вон она как. Так, заново размещаем, телепортируемся, едем. Так, оттуда я могу через это попасть, в принципе.
Так, где-то здесь. Ой, ладно, давайте я вас просто всех вот так поуничтожаю, да и все. Мне же проще. Заминировать корсар. О, вот это вот ценное, хорошо. Вот это впервые что-то дали нормальное. Больше тут ничего нету? Нету. Так, нужно машину забрать сразу. Чтобы ее не уничтожило. Ну вы видите, просто ракеты разрывают их. Конечно, криво летят. Но все же летят. Так, я вижу, там что-то ценное для меня выпало с врагом. Очень ценное. Так. Ладно, будем тоже эти открывать, если там падает бомб. Отлично, теперь никто не узнает, что я имела какое-то отношение к этой старой... Суки, детка глотка, возвращайся, как обменяй, когда кончится, то есть... Не, вообще все равно. Да так. Так, хорошо. Далее. Огненная вода. Но здесь понятное дело, что мне придется и выходить с машины и идти по мосту. Может... Зря, да, я вылез. Залазим. Как я ненавижу вот это все. Как оно херово летает. Сука. Мне проход заблокировало. Так, может, пистолет тоже будет их разносить, слушайте. Чтоб я просто напрасно не тратил. А, так и эти тоже нужно ящики открывать, окей. Проклятый пират. Я не хочу с ними драться. Проклятый, значит... Проклятый. О, слава богу, виски у тебя. Фрэнк уже установил агрессивный. Пожалуйста, донеси ему выпивку. О, ништяк. Так, что мне так по инвентарю стоять? Еще 12 слотов. Ладно, мне кажется, мне уже не пригодится больше этот... Базука, может быть только в конце. Может только быть там в конце. Так, возвращаемся. Быстро залазим в тачку, едем дальше. Да. Я не вижу с ними смысла драться. Все равно они мне ничего так сделать не могут. Зато мы с вами быстро все пробегаем. Ничего не теряем. То мы быстро с вами все пробегаем и нихера не теряем. Так, стоять. Что-то я заблудился, малёха. Малёха.
Вы что, охерели? Надо лучше, чтобы мне королевского показали червя. Чтобы я со всей дури в него втаранился. Так, походу это будут эти. Длинноножки. А ну да. А, тебя тварь нашла, отлично, но осторожно, но моя бабушка обычно кормила его сиротами. Если твои родители настроены, они могут так, учить от тебя пахнет из... Во-во, а вот эти вот опасны, тихо. Итак, глупое животное капитана Блейда, ух ты, возвращайся и... Чтоб типа принять... Нет, так вот это была херовина уже жесткая. Вот это была жесткая херня. Так, и сразу сват. Может как раз левелап и получим. Может быть. Так, найти обручальное кольцо. Так, по-тихому лучше пройду. Хотя они меня никто еще не атаковал, может они по урону и жесткие будут. Пока что не знаю. Кольцо нашлось? Ах, как удачно! Пожалуйста, я стесняюсь сделать предложение сам. Ты можешь оказать мне услугу попросить... Натали, выйти за меня. Да, давайте попросим. Проверки. О-о-о-о. Да, что-то они какие-то, знаете, некоторые сильные здесь враги, а какие-то слабые враги. Взять вот этих, они сильные. Ну, камон, они были сильные в других частях игры. Поэтому я с ними в основном не дрался, а просто от них убегал. Поэтому все нормально, я думаю. Так, это девчонка наверху, да, которая? Это девчонка наверху, наверху там есть лестница за зданием. Мы видели это тело. Просто надень кольцо ей на палец и послушай, что она скажет. Ах, день, замуж, это слишком быстро. И ты же знаешь, что я верю в брак, извини. День, но мой ответ нет. Она сказала нет? Горе мне, я дал тебе свое сердце, Натали, возвращайся ко мне, мой друг. Все, меня предали, кроме тебя, пока. Так, вернуться к тени. Давайте сразу на доске объявления там задание все. На, деньги. Оу. Заносчивая, сука. Подожди, а еще задание какое? А, мне вообще отдать виски Фрэнку.
Фрэнк, ты тут? Я крутой чувак, и я не стесняюсь в выражениях. Я не говорю... А, рычу. Пленка повреждена. Фрэнк, у тебя проблема? Так, ты написал, что не несешь всякую ерну. Друг мой, возвращайся ко мне, пожалуйста. Значит, что Фрэнку уже нужен покой. Фрэнку нужен отдых. Возможно, мне следует, как бы это сказать, вмешаться? Задача выполнена, чудесно. Ох, ты все-таки пиратские штуковины, такие замечательные. Джука не должны понравиться. Почти так же, как и моему, так своему мерзкий жуткий и умереть что-то там. Ой, плюс левел ап, найс. Все-таки я апнулся. Плюс левел ап. Так, мы же все, да, локации все изучили. Ну, только сюда мы еще не ходили. И все. Ну да, в принципе, я думаю, может задание быть это сюда пойти, там что-то сделать. Так, отправляемся в next локацию. Продаем все пушки, которые нам не нужны. Вот где пригодился. Давайте, наверное, сразу продам. У меня есть то, что тебе нужно. Пушки. Они слабые. Блин, они слабые. Так, нам устойчивость, перезагрузка. Восстановление здоровья, максимум уровень здоровья. Меткость, текс. Ну, для 30 уровня. Прям, ладно. Так, а что будем прокачивать с вами? Мне нужна скорость вот этого. Блин, пока до этого дойду, уже всю игру пройдем. Урон, скорость перезаряжения. Борьба за жизнь. Скорость перезарядки, задержка подзарядки щита. Я не знаю, давайте, наверное, это вкачаем. Борьбу за жизнь. И дальше это вкачаем. Дальше щиток будем вкачивать, как раз дойдем до вот этого. Не, либо я могу сюда начать двигаться и дойти до этой турельки. Рапа-бах. Да, быстренько, да, мы как-то с вами все справляемся. Ну, блин, на самом деле кажется, что локация большая. Но когда садишься в транспорт, понимаешь, что она становится не такая уж большая. Но здесь в основном нечего ловить. Здесь у нас просто места. Постой, ты уже уезжаешь? Он уже все так и начиналось. Так, соляные равнины. Так, здесь мы познакомимся с пираткой. Ну, скорее всего, здесь лак... Воу-воу, нихера меня подбросило. О, урон... О, у меня еще этих. Масляные хери. Так, урон от гранат. Урон, шанс. Время так. Так, урон. Та-та-та-та-та-та-та. Макс уровень здоровья. Урон, шанс, урон, скорость подзарядки. Шанс, урон, скорость подзарядки. У нас оружие будет только с вами обычное. Мы не будем... Так, вот это... Ого. Ого, локация. Так, соляные равнины. Так, походу там на дерево мне нужно залезть. Рейтинг безбашенности поднялся у меня. Блин. Туда меня так не пропустят, да? Ладненько. Побежали. Готовы. Тут слишком много этих токсинов. Слишком много токсических.
Давай. Так, готово. Мне легче, знаете, на самом деле просто турель кинуть. И чтобы турель их забрала. О, слышу мелкого пирата. Так, а как тут забраться? Странно. А как мне забраться сюда? Можно информацию, пожалуйста? Я вижу, что туда, да, можно запрыгнуть, но как? Найс. А, залез. Лобайс напал. Так, записка бутылки. Записка бутылка, быть может, она приведет к кладу. Спойлеры. Обязательно приведет. Да, давайте, может, читать, именно который мы просто берем. Записка в бутылке. Так, недалеко. Скарлетт. Так, короче, берем машину нашу. И едем изучать карту. Чтоб я потом не мучился, вот так не листал, где что, когда. У меня защиты много, поэтому они пока что так не пробивают сильно. Но те своими когтями пробивают, потому что там, походу, электрический у них урон от когтей. Так, вам поехали. Давайте, значит, в ту сторону начнем свой путь. Так, сразу возьму это задание. Если по пути там поедем. Так, вот это мне труба не нравится. Мне эти трубы не нравятся. Не, а вот это вот тоже местность огромная. Это тоже местность огромная. Так, болото Упшерна. Так, сразу на карту переключимся. Не, ну это здоровенная на самом деле. Смотришь, она внешне здоровая и так здоровая. Так, поворот. Ускоримся немного. Блин, меня вот бесит, когда мы карту... Хм, песочник из Азиса. Это же... Ну ладно. Гапазан, нужна твоя часть компаса, сука. Давай её сюда немедленно. А, на меня напали. Прекрасно, чё... Вы чё, херели? Это на меня, походу, уже напали. Все мертвы, прекрасно. Давай ко мне, поговорим о бизнесе, о наших делах. Блин, слушай, я хочу сначала карту изучить немного. Давай к тебе вернусь попозже. Так, там я был. Так, возвращаемся. Так, я ехал сюда. Потом на меня напали. Знаете, немного машин напоминает, как в Звездных войнах были вот эти, типа. Их не там машинки. Такие здесь вот. Ш
чтобы меньше на меня внимания было. О, там сундуки. Сундучки. Видимо, стена какая-то. А теперь главное, чтобы я отсюда смог выехать. А, я думаю, выйду. No problem. No problem, my friends. Все равно мне кажется, что с труб должны выпадать эти мужики, которые с пушками. Так. Хорошо, едем отсюда. Потом туда съездим. Так, все, кажется, я локацию все изучил, так? Так. А мне сюда нужно стоять. Мне нужно сюда, это значит вот сюда. Так, лагерь. Или давайте, наверное, к этой съездим. Там сейчас заданий столько, мне кажется, наберется, поэтому... И, блин, нам придется в оазис возвращаться, там тоже на доске будут задания нам даваться. Так, как мне к тебе забраться, скажи ко мне? Вот так даже. Ну ладно. Ох, корабль какой. Ша-ша-ша, подожди. Ох, Эридики. Сокровище пиратов. Что тут еще есть? Так, там я забрал. Ты тут? Ненавижу их всех. Да, так я вижу здесь доску объявлений, значит, все-таки здесь задания будут. Неплохо у тебя получилось. Ты ведь искатель Хранилища, так? Первый раз вижу живого искателя. Оружие, сила, это впечатляет. Если ты расскажешь о сокровище песков, то и нас получится прекрасная команда. Но, ведь у тебя не важно. Поэтому представь, со мной такое часто бывает. Я, значит, капитан Скарлетт. Непременно... Так, в спину. Пырнет в спину. Хорошо. Приятно познакомиться. Приятно. Так, это капитан Скарлетт, она любит сокровища, приключения и стрельбу по вооруженным людям. Конец задания, капитан Скарлетт. Ах, да, наверное, мне следует рассказать тебе легендарное сокровище, так? Предание благосит, что утерянное сокровище найдет тот, кто собирается все четыре части волшебного компаса. А у меня ведь я крута. И у меня одна часть... Ну, у Ганнеса есть одна, отправляйся в Хейтен. Фалли, убей Гимнаса и забери его часть компаса. Убить... Гибсона. Хорошо. Так, доска заданий. Пахнет победой. У Марсона есть крошечная проблема. Как ее зовут? Заточка. Мерсер here.
Говорит Мёрса, я только что приготовил чумное... Так, варево из бензина и крема. Пока здесь сделано лекарством, значит, заточком. Он наш радист. Так, хорошо. Декларация против независимости. Так, держать вместе. Держаться вместе. Это сообщение предназначено болвану, который только что прибыл в Оазис. Мы не потерпим здесь независимых охотников за сокровищами. Мы это члены профессионалов песчаных пиратов. Мы объявляем тебе бойкот. Шейд бойкот. Да, мы будем узайди. Зайди в наш дом. Мы что? Так, псы... Цинготные. Цинготные какие-то. Так, цингу вызывает нехватка витаминов С. Болезни можно обижать, если временно от времени пить апельсиновый сок. Теперь попробуй только только сказать, что компьютерные игры вас ничего не научили. Так. Да, давайте, наверное, читать. Тут тоже какие-то такие. Привет, я Мэпса. Как это дебилис экспер... Так, экипаж. Знаешь, как это вторая самая частая причина смерти среди печеных цинга? Первый сам... Так, смотрел, это совсем не мои проблемы. Область. Добудьте апельсиновые фрукты. Бля, еба. Фрукты собирать. Ты что, гонишь? Хлопец. Хлопец, ты гонишь? Ух, ладно. Записка бутылки. Времени у нас уже нет, я просто посмотрю. Так, запах попитает-то здесь. Декларация там. Ах, она вообще в трех местах. Ну, пойдем сначала в первую, вторую, третью по пути. Или давайте сначала сюда, потом так объедем сюда, сюда, сюда и потом за апельсинами. Но все равно у нас здесь рядышком, поэтому я думаю... Я люблю кровь, прямо тебе в душу! Люблю кровь. Они очень дружелюбны, верно? Да, еще воняет, как забавный труп. Я хочу скормить заточку писаного червя, но мне то, что они к нему даже не притронутся. Достань какой-нибудь соус. Что ли нужно сделать заточку апельсиновую? Найдите соус. А соус у нас... Ну, в принципе, смотрите. Пойдем сюда, бац. Бац, бац, бац. Хотя можно по-другому сделать. Бац. Бац, бац, бац. Сюда. И вернуться. Поэтому как-то так, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.